Вы слышите, в данный момент работает град по нам. Вы все слышали, все видели? Вот осколки по нам летят. Смотрите, аккуратно голову берегите. Вот он. А как ящик заграда? Мы вышли на то, чтобы остановить этот прорыв. Когда мы вышли на эту... Ложитесь. Май, козел, ляж! Это не все. Давай туда. Ребят, под дорогу, уходите. Атаку отбили. Удержали на своих позициях. Наши люди готовы пока, смотрите, все настроены по-боевому. Никто не собирается сдавать позиции. Ну ты знаешь, я могу сказать честно, я уже привык к этому. Да, ранение я получил действительно на промзоне, когда мы отбивали наши позиции обратно, когда ребята с 11-го полка, к сожалению, отошли, ну, героически отошли, могу сказать честно, ребята. Бились до конца, мы пришли на помощь. Это родная моя земля, я здесь вырос, я здесь живу и буду жить. И когда нужно, умру на своей земле и за свою землю. Я вот реально не знаю, что людям я отвечу. Я могу сказать только одно, что закончится все наша победа. Какая-то победа будет, политическая, физическая, но это будет победа. Я могу только одно пожелать, набраться терпения и ждать нашей победы. Больше ничего.